Перед наступающими праздниками Нового года и Рождества Христова пресс-конференцию провел архиепископ Уральский и Актюбинский Антоний. Владыка ответил на вопросы журналистов, рассказал, как они празднуют Новый год. Оказалось, что у них он отмечается только по старому стилю, то есть 14 января. А 31 декабря, когда отмечают все остальные священнослужители, воздерживаются от празднования, так как в это время идет пост. Ну и, конечно же, владыка обратился с поздравлениями ко всем гражданам. Сердечно поздравляю вас, дорогие мои, с Рождеством Христовым. Это величайший христианский праздник. Весь мир встречает этот праздник, Рождество Христово отмечает. И мы в том числе. Также наступает Новый год 2014. Я всех поздравляю и с этим праздником.